Брянское духовенство в День защитника Отечества помолилось о упокоении воинов-водителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В памятном мероприятии принял участие митрополит Брянский и Севский Александр. Памятник воинам-водителям был установлен в 1968 году на трассе Орел-Брянск на подъезде к Брянску. Он посвящен подвигу автомобилистов в годы Великой Отечественной войны. И здесь был сформирован батальон из местных водителей, прошедших боевой путь до Берлина. По этой дороге возвращались в Брянск воины-освободители. И по сложившейся доброй традиции до сих пор автомобилисты, проезжая каждый день мимо этого памятника, сигналят, тем самым отдавая дань памяти шоферов, не вернувшихся с фронта. В День защитника Отечества возле памятника можно было услышать не только автомобильные гудки, но и молитву. Митрополит Брянский и Севский Александр совместно с духовенством Брянского городского благочиния пропел вечную память воинам-водителям. Также был возложен венок к памятнику. Стоит отметить, что это не разовая акция. Священнослужители Брянска часто принимают участие в подобных мероприятиях, чтят тех, кто отдал жизнь за Отечество, молятся о них, рассказывают о них молодому поколению. Совсем недавно, 15 февраля, мы поминали всех, кто россиян, кто выполнял свой интернациональный и воинский долг за пределами нашего государства. Чествовали афганцев. 26-я годовщина была вывода советских войск из Афганистана. Служили поминальную панихиду. И сегодня мы возлагали венок к памятному кресту в честь воинов, которые отдали свои жизни для того, чтобы мы сегодня могли молиться, и небо над нами было чистым.